два билетика. Сколько вас пойдет? Мы с мужем и двое деток, еще дочка полуторагодовалая. Дочь первый раз пойдет. Первый раз? Дочь первый это раз надо пойдет. По ЛПС выиграть. А сын у нас уже как бы порядком раз 7 точно. Так, что, спасибо большое. Хорошо, завтра поболеть, дарим вам билетики, чтобы не забыли, обещал же. Чтобы рядышком были. Одежду везем, она опаздывает. Типографию. А вы ходите на хоккей? Мы ходим с сыном. Хорошо. Тогда вот хоккейный клуб вам билет приготовил в подарок. Вот хорошо. У меня такая честь вам подарить. Будем ждать новые акции. Да, ждите. Приходите на хоккей, будем вас ждать. Да ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Роман. А я знаю. А вас как зовут? Наталья. Очень приятно. Куда мы едем? Мы едем в Самаровское 1. Ух, я думал в Самару. В Самару? Ну в Самару как-нибудь в другой раз. А вы расскажите, вы болеете за нас? Конечно. Все игры? Игры. Или иногда обижаетесь и не болеете, когда проигрываете? Ну, да. Нет, вот бываю обижусь, думаю, не пойду. Ну все, плохо сыграли, обижусь. А потом... Все равно идете. Сейчас куда? Сейчас направо. Отлично. А потом все равно иду. Ну вот поругаю, это поругаю. Честно скажу, ругаю иногда. Это с кем бы вы хотели сыграть одну смену? Вот в звено, допустим, там. Варфоломеев, как у вас фамилия? Щербакова. Щербакова, Варфоломеев, Горбунов. Вот хотели бы так сыграть? Еще и гол забить. Можно. Вот. Может, мне вратарем было быть? Тем более. Вратари же. Сменщица Фокина, да, Шевченко, вы Бояшина. Нет, может быть. Понятно, что там голы забивают, это весело. Но как, допустим, команда обороняется, что там ребята самоотвержены под шайбу ложатся? Или как они играют там в большинстве? Мне нравится, как вот меньшинство, мне кажется, она проявляет стержень команды. Как вот она вот играет, если в меньшинстве... Все готовы лечь под шайбу, значит, это команда. То есть... Спасибо, Роман, что довезли с комфортом. Да, удачи на льду, забитых шайб и передач. Спасибо большое. А мы, в свою очередь, говорим своим пассажирам троим спасибо, что вы с нами проехали. Надеюсь, вам все понравилось. В следующий раз будем вопросы задавать с призами. И желаем за нас хорошо болеть, приходить побольше народу, чтобы был. А мы, в свою очередь, будем стараться больше выиграть. Передаем смену автомобиль следующему доброму таксисту Андрею Анкудинову. Всем добра. Пока. Не попали все девушки. Не знающие хоккей. Все девушки, и все знают хоккей, и все болеют. Узнали тебя? За югру. Тренировка, это лето. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? У нас замечательно дела. Отлично. Хорошо. У нас везет. Наша племянница, ваша фанатка, не пропускает ни одну игру вашу. Спасибо вам там. Вот она и порекомендовала. Она говорит, у них сегодня акция. Ага. Что-то день добрых дел, или как она называется? День доброты, что ли? Да, есть такое у нас, каждый год проходит. Честно говоря, мы не поверили немножко. Почему? То есть мы не очень добрые? Нет. Спасибо вам. Вам спасибо. Дайте нам автограф ваш. Пожалуйста. Есть ручка у нас? Как у вас дела-то? Очень хорошо. Хорошо. Куда мы едем? Едем в центр, на площадь. Ну что, завтра придете? Конечно. Я же хоть когда-нибудь пропускала игры, никогда не пропускала. Мы хоккей любим. Ну, хорошо. Зря. Вот кто посмотрит телевизор, пусть не говорят, что у Югры болельщиков нет. У Югры очень много болельщиков всяких разных.
А билетики раздаете? Конечно, раздаем. Очень хорошо. Вот прям вот вам, пожалуйста. Он три, мы вас ждем завтра. Да, я в отделение раздам. У нас почти все отделение ходит на хоккей, наше рентгеновское. Всем спасибо. Вам спасибо, что проводите такие акции. Это очень хорошо для популяризации и вас, и хоккея в Югре. Хорошо, главное, чтобы вы ходили, болели за главное, нас. Нам очень приятно. Главное, чтобы вы выигрывали. Ну, мы стараемся. Я знаю, да. Я... Сегодня позитивные, хорошие люди. Приятные, то, что болеют за хоккей, за Югру. И такие все на позитиве, очень приятно. А такие акции... Необычно то, что там кого-то развозить и работать таксистом, но очень хорошо, что людям заставляем улыбаться, и какой-то для них неожиданностью это является. Очень приятно.